Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. У нас сегодня очень-очень доброе утро. На наших часах 6:30. И пошли мы кормить козочкам молоко. Я уже нагрела. Саш, покажи, видать? Молочко я им уже приготовила, нагрела. Сейчас мы немножко чай попьем, зайдем, ну, управимся, потом зайдем, попьем чай и уже будем собираться мы в больницу. Диме сегодня манту поставят. Нам сказали с 8 до 9, и, ну, что без очереди прийти, взять, ну, бланк, который на манту, я как раз его заполню, поставим манту и приедем домой, и уже начнемся заниматься огородом. Так, дальше у нас все дела на территории, вывести козочек погулять, в общем, много-много дел. Так что оставайтесь с нами и смотрите, какой у нас сегодня будет насыщенный день. А вам желаю отличного настроения, всего самого наилучшего. Главное здоровье, берегите себя и своих близких. Выехали мы в больницу. Время у нас 8 часов. Поэтому сейчас приедем, быстренько в больницу дела все сделаем. И домой. Дома дел не в проворот. Дима? Привет. Куда идешь? В больницу. Зачем? Проверять манту. Нет, ставить манту. Ты чего? Тебе же еще ее не ставили. У меня уже третий укол делают уже тут. Ну да, как положено. Написала согласие на манту Димечки. Вот. Нет, нету никаких жалоб. Заехали в магазин, купили карабинчики. Эти 45 стоят. И вот такие, которые крутятся, тоже 45 стоят. Три таких взяли. Но мимо семян я тоже не смогла пройти. Выбор, конечно, там уже практически никакого нету. Садись, научись сначала, е-мое. Научилась. Огурец закусочный взяли. Вот он по 10 рублей стоит они. И вот таких вот две смуглянки. Свекла столовая. Тоже по 10 рублей. Мимо семян никак не могу пройти. Обязательно где-нибудь продаются, ага. Обязательно покупаю. А это кто ко мне пришел? Вот моя сынулечка с прогулки маме цветов принес. За спину спрятал. Я говорю, возьму сейчас телефон и засниму, нашим друзьям покажу. Ну, айда, дари. Ну, не моя сладкая. Я бы целую. Ну, моя. Ну, моя сладкая. Вот такие вот он мне цветочки принес. Красота такая. Ой, пчела там. Какая пчела? Вон. А, ты чего? О, и правда пчела, быстренько в коридор. Приехали с больницы. Переоделись. Сейчас известь загашу. И пойдем побелим деревья. А то через 2 дня снова обещают дожди. Все, высыпать не буду. Брать надо будет. Маня, ты как всегда со мной, да? Так, а где мне же палочка моя была? Так, палочка. Ой-ой-ой. Так, где же тут моя палочка? Куда все делось? Ну ладно, эту возьму. Юля, покажи. Какие у нас дыры? Прорывает кто-то. Здесь дыры. Вон там. Вот тут еще дыры. Здесь вот тоже прорывает. Здесь вообще глубокая. Туда. Надо какую-то отраву покупать. А то нам сказали, что могут и этих курей потаскать. Все роет и роет. Юля видела? Манечка, пойдем. Вообще. Юля видела, какая-то, говорит, плоская, плоский хвост. И коричневый. Это.
Ну это не крыса. Ну нет, конечно, но не крыса. Сейчас я помою. Она еще прыгает. Прыгает. Ну, я ее лопатой напрыгаю. Надо чем-то потравить. Надо первый смотреть в интернете, что идет. Юля говорит, может, Сашу попросить, пусть поставит камеру, посмотреть, что это такое вылезет, и посмотреть в интернете. Иногда я туда боюсь, иногда боюсь ходить. Я сама туда осторожно захожу. Так, пусть маленечко постоит, это я сейчас уберу. Тюльпаны, Юль, покажи. Распускаются все уже. Красота радует. О, лежат красотки. Угу. Саша у нас там веревочки делает, карабины одевает. Пойдем сейчас козочек выводить на прогулку. Так, еще одну давай. Сейчас а детки да, гулять пойдут. Ну да, надо же туда не гулять, надо купиться. Гулять, гулять пойдут, котики, пойдут. Юлечка ждет, не дождется. Первую выпустили. Она видит, что я ухожу, и начинает вырываться. Иди сюда, иди сюда. Айда. Айда, 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 моя хорошая, айда. Ну, айда. Ну, что? Сейчас будет кричать на всю округу. Вот вырывается и все. Иди сюда. Да сейчас приведем всех. Ни в какую, смотри, хочет снять и все. Колышек вот так сделали. Ну, айда, айда. Сейчас приведем остальных. Рожками хочет снять. В траве. Саша говорит, маленькую в траве не видно. Белая кричала, кричала, потом уже... Вывели козленка, она раз понюхала его, все свое, родное. Ну, маленькая. А клещей они тут не нацепляют? Ты что, не выпускать их вообще? Ну, почему? Я так спрашиваю. Спряталась в траву и сидит. Ну, а сейчас водички с солью сделаем. Травку жуют. Они это, яблоню, наверное, вот эту поедят. Они же любят. Спряталась. Малышка, не видать? Саш. Давай. У меня нога, о. Все. Кучкуются такие втроем.
Побелила я этих 4 дерева. Повыше взяла в этот раз. Надеюсь, не быстро смоется. Конечно, не та известь. Почему-то я думала, что она получше, чем наша. Написано же для деревьев прям все это. Ну, написано одно. А вот обычная известь, которая вот гасится, она прям белая-белая. А это вон пыль какая-то, не знаю. Ну, посмотрим. Вроде бы высыхает белым. Посмотрим, как. Через 2 дня у нас обещает дождь. Надеюсь, все впитается и ничего не смоется. Ну, если смоется, значит, еще раз будем белить, потому что я много прочитала, что это полезно очень для деревьев. Взяла повыше. Саша говорит, ну ты что, их чуть ли не все выкрасила? Я говорю, так положено. А это точно яблоня? Да, я думаю, яблоня. Я думаю, вон пчелка сидит, видишь? Ага. Сидят. Козочки наши гуляют. Где-то местами запутывается. Юля чуть-чуть распутывает сразу. Надо, потому что... Здравствуйте! Раздельно их? Да. Ну, сделаем раздельно. Сейчас они погуляют немножко, и потом их заведем. И каждый день по чуть-чуть, помаленечку. Ну, главное не кричать, сейчас спокойно. А не, деревья, там у нас вишня растет. Тоже побелю, заведу. Там у меня еще это извести осталось, побелю их тоже. Чуть-чуть думала, хватит, но нет, не хватило. Нашла на огороде колорадского жука. Картошку не успели посадить, а он уже тут как тут. Но у нас опрыскиватель-то есть. Надо посмотреть в интернете, можно ли пустую землю, ну, то есть, когда еще не взошло, обрабатывать. Я думаю, что да, да? Потому что иначе он все корнеплоды начнет, а? Ну, конечно. Как только он начнет, его эти, ну, как... отрастать эти побеги. Все травить надо, травить надо. Вот. 2 раза его теряла, но все равно нашла, чтобы показать Саше. Ну и вам заснять, показать. Теперь надо его утилизировать. Позвонили буквально недавно с ГАИ. Передали документы на возврат денежных средств. И молодой человек нам привез их на дом. Документы. Ну как тут работает. Спасибо им большое. Мы 2 дня мотались, ездили. Сейчас Саша подойдет. А тут Саш! Саш!
Ну чё? А? Чё счастливый? Да я в шоке просто. В шоке? Ага. В шоке. Это. А. Ничего здесь, услуга, ё-моё. Сгои, короче, мне позвонили. Ну, я уже сказала. Ну, и вот сказали это, отправили. Чтоб меня не мотаться, гаишник такой заботливый. Блин, буду, молодец. Инспектор. Ну, гаишник, инспектор, да. Это, вот. И взял, отправил, говорит, я там, у меня был сегодня человек с Тимирязевского. Я, говорит, с ним отправил твои документы, он тебе завезет. Я ж обомлел, ни разу такого не было. Ё-моё, вообще спасибо. Ну, все, теперь их нам нужно отвезти. Теперь нам их надо отвезти, да, в МВД. На красное 104, да? Да. Вот. И в течение месяца вернут. И в течение месяца, либо полутора месяцев вернут деньги. Ну 1750 рублей. Ну все, неси. Ну, я рад прям вообще. Иди давай. Мне не ехать. Мне не ехать. Были бы все так, люди. Все, спасибо ему. Да. Прям от души, душевный человек. Не успели переехать, а столько позитивных моментов, столько радости. Это мы вот так... Снимаем на быструю съемку, чтобы вам показывать, чтобы долго не было. А здесь мы будем садить свеклу. Сейчас несколько грядок сделаем. На этой стороне будет свекла, еще морковь будем садить. Так что радуюсь, что солнышко стоит и погода прям. Я думала, мы одни поздно посадили картофель. Нет, вон соседи садят картофель только сейчас. Все, работает. Все, продолжаем. Счастливый такой. Вообще. Удивительно, да? Вообще удивительно. Так что вот. И хорошие моменты есть. И большинство хороших моментов. Пока, да. Так. Я уже сказала, что мы тут делаем. Что мы делаем? Будем садить. А я знаю, что мы делаем. Грядку. Ничего мы не делаем. Я вот, по крайней мере, сейчас стою, ходила, камешки убирала, стекла собирала, да, где эти, трава повылазила маленькой тяпочкой. Так что вот, побежал. А я ровняю красивую грядочку, делаю. Давай, делай, баламут. Папарацци. Взрыхлила я этот лук и этот лук. Тут уже трава начинает расти. Здесь вот уже сейчас еще пару деньков, и можно будет ее спокойно выполоть. Мелкую такую неудобно. Сейчас еще чуть-чуть. Громче говори. И можно будет уже прополоть. Камушки попадаются. Галька вот эта в грядках. Хоть мы ее вычищали, убирали, но она все равно очень часто попадается. Тут еще этот огород. Не один год от этих камушков чистить. Я пока вдоль забора кидаю. Здесь это все будем выкорчевывать, убирать. Ну, трава, конечно, пойдет животным, а остальное я хочу прям до земли все лопатой перетрясти, чтобы здесь чисто было. Ой, ну все, пошли обедать. Обедать? А да. Что, время уже обед? Да, много обеда, да, уже. Много обеда уже? Да. Ладно, будем с вами прощаться в этом видео. Мы с вами уже увидимся в следующем видео, это обязательно будет скоро. До новых встреч, пока-пока. Пока-пока.